Ну что, друзья, начнем заново. Продолжение серии метро 2033. Это была обычная станция, живая, благополучная, из тех, где есть место не только бойцам в тяжелом снаряжении, а и старикам, и женщинам, и детям, а потом пришли мутанты, словно из ниоткуда. Этих тварей было несчастливое множество, проклятое, тогда, конечно, ее еще называли старым именем, оборонялась как могла, только вот силы были неравными, и защитниками станции пришлось один за другим оставить ее блокпосты в туннелях. Потом они забаррикадировались на платформе и бились до последнего. До последнего ребенка, которого успели эвакуировать на соседнюю станцию. До последнего старика, который вынесли под прикрытием. До последнего патрона. А когда патроны закончились, те, кто держал баррикаду, уйти не успели. Проклятой станцией назвали спасенную жену и дети тех, кто остался тут навсегда. Вот что ждет ВДНХ, если я не справлюсь со своим заданием. А может быть, не только в ДНХ, но и все метро. Приехали.
готово. Битва за маленькую станцию выиграна. Да. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело — коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Вот и все. Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артем. И удачи тебе. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Не обойдешь. Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да. Выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Окей. Внимание! На станции проводится проверка документов. Лубянка. Всем пройти к месту своей прописки.
Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Досмотр. Лицом к стене! Обыск! Ага. Да хватит, отстаньте, противные! Ты что смотришь? Куда ты смотришь, а? Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Всегда готов! А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзавец! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Вперед, быстрей! Сюда! Прыгни! Побежали! Слева! Ой. Туда! Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде. Многие в метро ненавидят красных, потому что боятся их. Красные живут впроголодь, хотя работают круглые сутки. Им говорят, что они трудятся ради лучшего будущего. Но год от года их жизнь становится все тяжелее. Они дерутся отчаянно, словно совсем не боятся смерти. А их командиры бросают их на амбразуры, затыкая их телами огненные огневые точки, тратя их жизни, будто они и правда не могут умереть. Но они умирают от истощения, от переработки, от пуль врагов и от пуль своих комиссаров, которые приказаны стрелять тех, кто испугался или отступил, и внушают, что они сверхлюди, что они сделаны не из плоти, а из стали. И именно поэтому мне их жалко. Ради чего они живут, ради чего умирают. Идолы прошлого давно рухнули, но им об этом не сказали. Лозунги, которые они разговаривают друг с другом, ничего не значат в новом мире. Им запрещают свободно говорить и свободно думать. Каждый, кто задает вопросы, предатель. Любой, кто скажет, что за пределами красной линии жить лучше, шпион и диверсант. Тут лучше спрятать поглубже все человеческое, что в тебе есть, и быть таким же, как все. Но есть такие люди, как Андрей Кузнец, которые не отчаялись и живут дальше. Хотя, если бы на его месте был я давно бы уже отсюда сбежал. Почему же он остается? Боится, что застрелят при попытке бегства? Зайцев. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Регина, кстати. Метро 20:35. Я дверью. Опа, упал. Все нормально.
смотрит службу безопасности. Станция на отказ забита вражескими шпиками. Они готовят теракты. В каждой армии по диверсанту прячется. Да брось, нам нечего бояться. Граница с фашистами на замке, на каждом входе блокпосты. Крыса не проскочит. А что с поверхностью? Эти гады наверняка пронюхали, как можно напасть на нас сверху. А десятая колонна не успеет. Можешь осмотреть магазины, купить что тебе надо. Но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. Хорошо. Наши люди сами решат, кто шпион, а кто нет. Калашик надо... улучшить. Добрый. Ага, обширный армейский подут. Окей, ПНВ. Да? Там кушак? Да. На калашик. Ну и вот. Конечно. А это что у нас? А, ублюдок. А, по обмену. Так, а, во. Да что мне? И совсем немного осталось. Криминальный контроль, повышение давления. Ага, 65. С обменом. Да. У нас дробь есть. Отличное оружие, не пожалеешь. Договорились. Лазер, целом не надо. И тюнинг здесь. 4 ствола. Повышает кучный ПВМ. Аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Лучшие лекарства от головной боли. Это точно. Ну и ладно. Налетай, разбирай. О. Обмен патронов. Рекомендация лучших специалистов. Так, шарики. Продадим. Патроны пистолетные тоже продадим. Дробь у нас есть. Эти надо прикупить. Извини, не могу продать, это я для другого клиента отложил. Ой, начинается. Спасибо. Благодарствую. Чё сидим? Гопничаем, а? Всё нормально, мужики, он со мной. Давай, Артём, прыгай в яму. Я не ошибся в Андрее. Я его недооценил. Он не боится бежать. Но его дело требует куда больше отваги, чем побег. Андрей помогает бежать с красной линии другим, рискуя собственной шкурой. Каждую минуту он и его товарищи спасли десятки беженцев, используя сеть тайных переходов и забытых туннелей, о которых красным пока ничего не известно. Обычных беженцев эта дорога жизни ведет к красной линии, большое метро. Но меня Андрей отправит по ней в обратную сторону. Мне нужно на передовую нескончаемой войны между Красной линией и Рейхом. Самое пекло. Я отправлюсь на поезде, который везет свежую партию пушечного мяса в жерло мясорубки. Главное, вовремя соскочить с этого поезда.
Давайте, наказывайте. Книжечку пока вот тут лежать. Почитаю книжечку. Артём, видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Ну, не багажное. В метро почитаю. Ну так что, мужики, двинули, а? Его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не вагон СВ. Но если он останется на станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Все нормально, подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Давай, спасибо. По местам. Лазер. Цель. Внимание, внимание. Поезд отправляется. Все военнослужащие с фронтовыми путевками должны немедленно занять свои места в вагонах. Попытка остаться на станции считается дезертирством. Заградотряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну и за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в советской армии был полковником. Традиция! Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты, Мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. На такой хрени не спрыгнешь. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Вперед! Рабочий народ! Давай, давай.
гордиться, я это знаю. Будущие метрополитена имени Владимира Ильича Ленина в ваших руках. Забивай! Давай проклятием заклинованный весь мир. Так нам заплатят или нет? Маркс говорил, что экономика важнее идеологии. Хватит ныть! Мы платим патронами и платим вперед! Но надеемся, что вы проявите себя сознательными бойцами и истратите патроны на врагов! Так точно, товарищ комиссар! Есть коммунистическое учение! Учение света поможет нам найти верный путь во тьме туннелей! Лишь имя Ленина освещает этот метрополитен! Только партия спасет человечество! Под Кумачевым стягом красной линии соберутся все отверженные, все несчастные, бедняки, рабочие, бездомные. Только партия покажет нам свет в конце туннеля. Марксизм-ленинизм говорит... Скажите, а что марксизм-ленинизм говорит о безголовых мутантах с Филевской линии? Ну? Просто жизненный. Вот она. Боюсь, только надолго этого не хватит. И помрем мы нищими. Так все, хватит! Давай, давай! Побьем! Строимся! Человеческих прав. Приказом военно-полевого трибунала этот трусливый сволочь приговаривается к смерти. Постойте. Послушайте только. Послушайте, прошу. Я просто пытался обойти их со стороны. Видите, там пролом в рельсах. Если мы пойдем по тем трубам, может быть, сможем пробраться к ним. Thank you.
гениально. Солдаты Красной Армии, у вас нет больше патронов. Вожди бросили вас. Коммунистическая диктатура лишила вас всех человеческих прав. И сейчас они используют вас только для того, чтобы защищать свой пошатнувшийся язык. Или не здесь? Мужчина! Вы умираете зря. Только наша победа поможет вам воссоединиться со своими семьями и завоевать счастливое будущее. Вступайте в Метромах, армию Рейха. Каша, чистая униформа и миска каши. Солдаты и командиры Красной Армии, спешите на станции освобожденных армии Рейха. Сразу видно, больные люди. Смотрит он, а? Петрец наглец. Это не те, что ли? Почудились. Солдаты Красной Армии!
и продовольствие. Ваши командиры и вожди бросили вас. Коммунистическая диктатура лишила вас всех человеческих прав. И сейчас они используют вас только для того, чтобы защищать свой пошатнувшийся режим. Ваша борьба не вы ушаете зря. Только... было в палачи идти. Да, веселее. Так много. Сейчас бы закурить. Так ведь припрется тут. Записывайтесь в ад. Эй! Кто здесь? Там вроде непонятно. Кто здесь? Солдаты Красной Армии. У вас нет больше патронов и продовольствия. Ваши командиры и вожди бросили вас. Коммунистическая диктатура лишила вас всех человеческих прав. И сейчас они используют вас только для того, чтобы защищать свой пошатнувшийся режим. Ваша борьба бесцельна и бесполезна. Вы умираете зря. Только наша победа поможет вам воссоединиться со своими семьями и завоевать счастливое будущее. Вступайте в Метромарт, армию Рейха. Каждому новобранцу чистая униформа и миска каши. Солдаты и командиры Красной Армии, спешите! На станциях освобожденных армии Рейха уже улучшилось продовольственное положение, медицина и безопасность. Многие из ваших товарищей уже вступили в наши ряды. Солдаты Рейха не пытают и не убивают военнопленных. Многие ваши товарищи уже на себе почувствовали наше гуманное обращение. Вступайте в наши ряды и процветайте. Ушел собака, точно ушел. Потери у нас, потери! Убитый! Тревога, красные идут! Вот же свинья!
Солдаты Красной Армии, у вас нет больше патронов и продовольствия. Ваши командиры и вожди бросили вас. Коммунистическая диктатура лишила вас всех человеческих прав. И сейчас машинка использует вас только для того, чтобы защищать свой пошатнувшийся язык. Ваша борьба бесцельна и бесполезна. Это кто кого? Что здесь такое? Он вот есть. Пальто. Показалось все-таки. Тоже мне война. Стой тут, ничего не трогай. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. Слабитесь, да? Закрыт. Будет сможем. Ничего нету. Журнала.
Ты собираешься далеко идти вообще? Что такое? Шорох? Интересно, что это там? Крысы? Может, конечно, и крысы. Что вот это без фонаря? Ну так вот незаметно прошли через немцев Рейхстаг. Шорох? Боров. Боров. Оплатился за свои шорохи. Thank you.
здоровяк такой. У красной линии нет врага злее и неприемлемее четвертый рейх. Говорят, война между коммунистами и нацистами продолжается уже 100 лет. Разные народы, словно одержимые бесами, принимают то одну сторону, то другую, а иной раз, как в метро, разделяются пополам и бьются до полного взаимного уничтожения. Рейх должен быть противоположностью красной линии. Так почему же он так на нее похож? Не считая жизнь впроголодь, трудовые отряды и бесконечные митинги, трескучая болтовня политиков и пустые глаза у простых людей. Тут же разговаривают лозунгами, и тоже нельзя сомневаться в том, что тебе говорят. Правда. Верят тут в другое, мол, достаточно будет истребить всех мутантов, чтобы жизнь наладилась. Расовая чистота отступила на второй план. Теперь нацисты отставят чистоту генетическую. А раз норму здесь определяют политики, в мутанта можно записать любого. Кого казнить, а кого миловать. Решать штурмовики с автоматами. А со шпионами тут обходится так же, как на красной линии. Так что попадаться мне никак нельзя. Да. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу! Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Ханна. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Спарта. Люди как нормальные. Наши. Давай жетон покажи. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. О. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черном. ПНВ. И там поосторожнее. Так, это получается... По два. А это скорострел. Ладно, пусть такие.
Так, друзья, давайте остановимся на этом и в следующей серии продолжим. Нас спасли, и это классно. В следующей серии продолжим. На этом все. Всем ребята, всем пока-пока.